Re! Viss ēters ir te! Снова к событиям в Латвии. В музей снова можно, но только в один. Сегодня в рамках пилотного проекта открылся Национальный художественный музей. Его цель – проверить, возможно ли дать людям доступ к искусству, при этом соблюдая все меры безопасности. На первой за долгое время выставке побывала Евгения Копылова. Первая выставка в этом году. Теперь можно не только посидеть на скамейке у Национального художественного музея, но и попасть внутрь. Главное – соблюдать правила. Дистанция, маски и не больше 30 человек в выставочном зале. Во всем музее – не больше 50. Большая часть музея все же пока закрыта, но уже сегодня есть первые довольные посетители. Я преподаватель искусства, и это моя жизнь. Открытие музея сегодня – это большой праздник. Я снова могу наслаждаться искусством и вдохновляться. Должна признаться, что я сама работаю в музее. Но, как видите, я использовала то, что могла записаться на посещение музея уже в первый день. Огромное удовольствие посетить музей, получить этот не прегражденный контакт с настоящей вещью, в этом случае с художественным произведением. Я была очень расстроена, что не успела на эту выставку осенью. Очень ждала ее, многое слышала, и я рада видеть такие жемчужины. Это замечательно. Проект пилотный. 4 мая музей снова могут закрыть. Как раз в юбилей 5 лет со дня реставрации музея. Так что времени посетить выставку не так много. Попасть в музей можно только по предварительной регистрации. Следующий шаг – покупка билетов. Это можно сделать на месте в кассе. Советуем рассчитываться картой или выбирать бесконтактные платежи. Также через приложение Мобили можно купить билет заранее. Советуем находиться в музее не больше 60 минут. Отмечу, выставка не новая. Открылась она в ноябре, в декабре закрылась со всеми музеями Латвии. Но теперь ее все же можно увидеть. Посвящена выставка символизму в странах Балтии на рубеже 19 и 20 веков. Она создавалась как большой межнациональный проект для выставки в Арсе и при участии французских кураторов. И поэтому это взгляд со стороны во многом. Как французы посмотрели на нас, символизм, период до Первой мировой войны, подарил человечеству огромную шахту, по которой мы погружаемся в человеческое, темное и светлое, глубинное сущность, бытие, подсознание, и пытаемся оттуда что-то выудить, понять про себя. Сегодня музей посетило уже несколько десятков человек, а зарегистрировались на посещение почти 1500. Поэтому попасть в музей в эти выходные остальным не удастся. Регистрация закрыта. Но вот на следующей неделе еще можно попытать счастье. Эксперимент планируют проводить до 4 мая. Зарегистрироваться можно на сайте музея или по номеру 67-324-461. На этом все. Другие выставки и музеи пока открывать не собираются. Судьба искусства, как и многое другое, сейчас зависит от показателя заболеваемости. Он должен упасть. Евгения Копылова, Марис Юргенсонс, Латвийское телевидение.